Колобок, колобок! Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. А это значит, что сейчас будет очень страшное видео. Друзья, со мной снимается моя собака Лаки. Лаки, хорошо. Лаки, только не прыгай. Фу, нельзя. Место, место. Хорошо. И мой парень Дима. Всем привет. Друзья, как вы видите, как вы и просили, мы сегодня снимаем видео в 3 часа ночи. Блин, жутко страшно. И я надеюсь, что вы соберете на это видео 5000 лайков. А перед началом 3 ваших самых топовых комментария. Погнали. Раз, два и три. Йоу, друзья, если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты станешь популярным и попадешь в мое видео. А сейчас, друзья, у нас будет охота на злого колобка. Погнали! Ребята, колобок ненавидит бабушку, дедушку, зайца, волка, медведя. Но особенно сильно колобок ненавидит лису. И нам нужно его как-то приманить, чтобы поймать. И, друзья, не просто поймать, а снять маску с колобка, с проклятого экзе-колобка. Что скрывается под этой маской? Вы все видели в предыдущем видео, какой жуткий этот колобок. И я думаю, что вам, как и мне, интересно, что же за лицо, реальное лицо у колобка. Ведь не может же просто колобок говорить и не иметь лица. Возможно, под этой маской скрывается реальный человек, а возможно, более жуткий монстр. И это мы прямо сейчас с вами и узнаем. Попробуем призвать колобка при помощи доски для вызова духов, а потом снять с него маску. Погнали! Итак, друзья, Лаки. Итак, друзья, вот наша доска для вызова духов. И сейчас мы призовем того самого проклятого колобка. Но перед началом, друзья, вы точно уверены, что вы знаете, что это за колобок. Этот колобок, который мстит всем, кто хотел его съесть в том самом проклятом лесу. Но, может быть, эта сказка не до конца раскрыта, и на пути этого самого злобного колобка встречались не только те звери, которые были показаны в сказке, но и другие. Об этом, может быть, умалчивает кто-то. Поэтому, друзья, ожидать можно всего, чего угодно. Но сегодня наша с вами задача снять маску с проклятого злого колобка, который хочет отомстить всему миру за то, что его хотели съесть. Ладно, погнали, друзья. Наша доска для вызова духов. Проклятая доска Уиджи. Не подведи. Призови нам сюда проклятого колобка и покажи его настоящее лицо в 3 часа ночи. Колобок Экзе, приди. Колобок Экзе, приди. Колобок Экзе, приди. Духи, здесь обитают их присутствие, чувствуется как острый запах. Черт, у нас Ириш. Что такое? Мы включали свет, он моргал зеленым красным, а сейчас просто включается красным. Сигнал от духов. Здесь есть мертвецы. А мертвецы, как известно, не рассказывают сказки. Ответь! Колобок Экзе, ответь нам. Во имя света и тьмы, здесь ли ты? Да.
Да. Мы с вами отправляемся на охоту, и в помощь нам будет этот светильник. Сейчас попробуем установить связь и найти колобка Эксе. Где мы его будем искать? На дворе ночь. Он близко. Он слишком близко, Дима. Что с тобой, Дима? Черт, Дима! Черт! Черт, что с тобой? Жесть! Что произошло? Ребят, камера пишет. Блин, что за фигня? Черт, что это такое? Ребят, Дима куда-то делся. Остался лишь сигнальный фонарь. Черт, что произошло, я вообще не поняла. Ребят, Дим? Дима? Ребят, я не знаю, что делать. Он просто как будто бы куда-то исчез. Дима? Темно, ничего не видно. Мне кажется, что... Блин, это самое... Что? Дима? Господи! Черт! Жесть! Жесть! О, ребята, я не пойму, что это? В темноте вообще абсолютно ничего не видно. Что это? Господи! Ребята, это колобок Экзе! Я не пойму... Ребята, мне кажется, что я догадалась. Колобок Экзе? Да. Ты от бабушки ушел и от дедушки да. ушел? И от зайца ушел? Да. И от волка ушел? Да. И от медведя ушел? Да. А от лисы ты ушел? Да. О, черт. От меня тебе не уйти. Черт. Что произошло? Ребята, он куда-то исчез. Короче, я скажу вам то, что я сейчас думаю. В общем-то, пропал Дима, соответственно. И совсем недавно я откопала колобка. Короче говоря, мне кажется, что это типа я не знаю, как это сказать, прилипашечки, прилипушки. В общем, собственно говоря... Этот сам колобок выбирает слабое тело и прилепляется к нему на лицо. Если это так, то если у нас получится поймать этого колобка, которого мы видели сейчас прямо буквально 5 минут назад, скорее всего, за этой маской, скорее всего, Дима, потому что он пропал, ребята. Но я не знаю, в каком состоянии будет Дима после того, как эта маска присосалась к нему. Это очень жутко. Ладно, отправимся на помощь к Диме. Черт! Вы слышали это? Колобок, колобок, я тебя съем. Черт. Колобок, колобок, спой мне свою песенку. Не ешь меня. Жесть, ребята, вы это слышали? Колобок, колобок. Мне как-то надо его, ребята, поймать. Мне как-то нужно поймать и снять маску, чтобы Диму освободить и спасти. Колобок, колобок. А, стой! Какой ты красивенький! Какой ты румяненький! Не бойся! Черт, ребята! Не бойся, колобок! Я не буду тебя есть! Чего ты хочешь? Я просто хочу поближе с тобой познакомиться. Я хочу быть твоим другом. Колобок, стой. Стой, мой хороший. Мой румяный. Мой пригожий колобок. Пожалуйста, остановись! Черт, отцепись! Черт, иди сюда со мной. Черт, не ко мне. Ребята, сейчас я его поймала. Я сейчас его затащу в клетку. Черт. Давай, давай, иди за мной. Чертов колобок. Жесть, ребят. Иди за мной. Я тебя не съем, но ты отдашь мне моего друга обратно. Отпусти Диму. Черт, ребята. Прямо сейчас я его закрою в клетке. Черт, заходи туда.
Заходи туда, сказала! Заходи! Нам нужно вырубить этого проклятого клопка. Чтобы... А, черт! Где-то была бита. Черт! Я нашла ее. Это бита клопка, ребята. Сейчас попытаюсь его вырубить. Он что-то притих там. В моей тюрьме. Колобок? Походу, он без сознания. Или он притворяется. Колобок! С ним что-то не так, ребята. С ним что-то не так. Ладно. Раз, два, три! Дима! Что происходит? Дима! О, Господи! О, черт, Дима! Дима, это ты? Слава Богу! Что это? Что это? Где? Что это там в будке? Черт, я не знаю. Черт, это колобок, он там! Скорее, выбегай отсюда! Черт! Скорей! Запрем его там! А, жесть! Ребята, колобок остался в клетке, но я смогла. А, Дима, как ты? Дима, он присосался к твоему лицу, я даже этого не ожидала. Ребята, колобок присосался к лицу Димы, и сейчас он находится в нашей клетке. Я не знаю, что нам делать, друзья, но это просто пора заканчивать. Это какое-то сумасшествие. Я вам всем желаю счастья и добра. С вами была я, Королева Мистики. Пока!